Дарой. Маленький мальчик. Это не... Нельзя поступаться принципами. Где-то в Лондоне стоит елка, а под ней подарки, которые никто никогда не откроет. Я думал, что если выберусь из этой заварушки, то пойду в тот дом, извинюсь перед его матерью и приму наказание, которое она мне выберет. Тюрьма, смерть, неважно. Потому что если я сяду в тюрьму, то, по крайней мере, смогу выбраться из этого брюги. А потом... На меня снизошло озарение. И я понял. Черт, парень, может, это и есть ад? Целая вечность в брюге.